що відбувається на Лівобережжі Херсонщини. Тому що, нагадаю, окупанти спочатку їхні пропагандистські ресурси, там РІА і тому подібне, вони опублікували, що роблять так званий жест доброї волі, відходять на якісь нові позиції, перегруповуються, а потім ці всі повідомлення зникли із цих же видань. То як зрозуміти цей фінт ушами? Ну, дело в том, что если смотреть чисто с военной точки зрения, то правильное, грамотное действие было бы россиян сейчас отойти на третью линию обороны. Почему это на восточном берегу Днепра? Почему на третью линию обороны? Они в свое время отрыли третью линию на высотах, там, где остановилась вода, когда подорвали Каховскую гидроэлектростанцию. Почему было, так сказать, не было никаких вопросов, кто ее подорвал, потому что они промерили перед подрывом, они промерили высоты и расположение зеркала Днепра, которое разольется, и третью линию чисто по этим высотам они отстроили. Зарыться на том участке, где Днепр разливался, сейчас невозможно. Ни в этом году, ни в следующем. Дело в том, что поднялась верховодка, а это вода, которая держится у земли практически со второго штыка уже. То есть второй штык лопаты копаешь, уже вода идет. Вот она до сих пор стоит и держаться еще где-то в течение, ну, до лета будет точно, это высокая вода. А вот зарываться или продолжать оборонительные мероприятия можно только вот на этой третьей линии обороны, она примерно в районе 15 километров на восток от Днепра. Это не уход, имелось в виду там в Крым, хотя это тоже с точки зрения военной правильно и грамотно. Но вот сейчас, на данный момент, это у них военный был бы ход правильный и грамотный. Вопрос, как это все подавать и делать ли. Вот здесь уже второй вариант. Первый, подавать это не надо было. Если бы это было принятие военного решения, то нельзя было подавать это в информационное пространство. То есть отходить, дело в том, что при отходе очень много, можно потерять очень много войск, если противник грамотно, правильно будет двигаться на плечах у противоборствующей стороны, которая отходит. Можно зайти на третью линию и дойти до Крыма. А потому они, скорее всего, продумали правильный, грамотный ход, а потом подали, здесь уже сделали чисто неправильное действие, подали в эфир, и кто-то им сказал, что, ребята, что же вы делаете, вы же просто подставляете наши части. Потому они тут же убрали. То есть это если с точки зрения военной смотреть, то есть вот это, скорее всего, было. Ну, а политический момент, он тоже мог быть. То есть военные приняли решение отойти на третью линию обороны, а потом политики это увидели, поняли, что негатив идет очень страшный по отходу, и тут же могли остановить информационное сопровождение. Я больше скажу, они и отход могли остановить. Ну, то есть сказать, все, никаких отходов, стойте дальше, закапывайтесь, там, погибайте, но тем не менее отходить они, может, и не будут отходить. Посмотрим, то есть какое передавит либо политическое, либо военное решение. Ну, а мы движемся на левом берегу, там достаточное количество сил, средств. Ежедневно туда перебрасываются новые части, в основном с помощью катеров, либо плавающая броня. У нас очень много плавающей брони, которая может, в принципе, сейчас по низкой воде, Днепр на низкой воде сейчас, можно сейчас переправляться, в принципе, без проблем, там полчаса, и переход осуществляє легке броня. Ну, але от якщо навіть росіяни припустимо, що вони зроблять цей перегрупування, відійдуть на якісь позиції, якщо там не втрутиться політика або будь-що інше, це дасть можливість нам в тій воді, в тому ґрунті, який ви кажете, що два рази лопатою копну і вже вода, якось облаштувати свої позиції, створити справді плацдарми, перекинути техніку або будь-що інше? Ну, это возможно, если использовать некоторые превышения, допустим, те же Олежки, ну, то есть населенные пункты, они в основном населенные пункты, они на превышениях, не в низинах, а на возвышенностях, и их можно использовать, но только серьезно закрепиться не удастся, именно зарыться, зарыться точно не удастся. То есть левый берег, он будет всегда в таком подвешенном состоянии, пока не двинемся дальше на сторону Крыма. В подвешенном имеется в виду, мы можем там работать в режиме активной обороны. Мы это прекрасно умеем, это для нас один из основных видов
оборона, именно активная оборона, это когда нет фортификационных сооружений, а на технике, в основном на легкой броне, лучше на гусеничной технике. На гусенице там довольно-таки неплохо двигаться, можно, по крайней мере, выполнять боевые задачи. Под прикрытием опять 15 километров, даже до третьей линии обороны, там можно укрепляться с помощью артиллерии, которая стоит у нас сейчас на правом берегу. То есть она будет прикрывать наши части, и в таком режиме, по большому счету, возможно. Тем более на левом берегу у нас либо разведгруппы, ну то есть это войсковая разведка, либо это морпехи, либо это десантура. А это как раз высокомобильные части, которым взрываться, по большому счету, сильно и не нужно для того, чтобы выполнять определенные задачи. Потому дальше двигаться можно только вот в таком режиме, без создания фортификационных каких-то серьезных сооружений, которые у нас есть, там, допустим, в районе Донецка. Ну, это совсем другое. Нормально, ну так ви вірите в те, що росіяни справді зроблять цей крок, відійдуть на якусь третю лінію? Ну, принаймні, це створить буфер безпеки для Херсона, це вже як мінімум. Ну, якщо там, ще раз повторюсь, якщо там возобладає чисто воєнне мнение, то есть воєнна точка зрения, однозначно це правильний, грамотний ход, ну, тільки от в такому режимі удерживать лінію оборони. Вони не удержать левий берег вдоль берега. Ну, нет механизма просто-напросто удержаться, потому что наши войска будут... Мы стоим на тут же за счет высокого правого берега. Мы стоим на высоком правом берегу, западный берег, ну, он правый в этом смысле. Мы уже за силу Кориолиса неоднократно говорили. То есть артиллерия расположена выше, естественно, бьет дальше и контролирует, в принципе, как раз арта наша и контролирует глубину до 15 километров. Грубо говоря, она такую парасольку робить над нашими войсками. Да, 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 так точно. Вот этот вот зонтик, который прикрывает с одной стороны артиллерия, а с другой стороны еще все это сверху закрывается еще зенитно-ракетными комплексами, которые тоже стоят на высоком правом берегу, им там даже постаментов не надо, они... видят армейские ЗРК, они видят вниз на фоне земли, по большому счету, неплохо прикрывают наши войска на уже восточном берегу. Вот этим мы пользуемся. Ну, нас, мы уже говорили неоднократно, нас сама природа защищает. Мы все, что на запад, оно выше, ну, из-за силы Кориолиса, все выше, берега выше западные, потому мы можем контролировать всю эту орду, которая движется с востока, начиная с Дона. Ну вот от Дона уже видно, что даже на река Дон, я имею в виду, то тоже высокий западный берег, Северский Донец, высокий западный берег, ну и дальше до Днепра практически любая речушка, она поднимает, даже Карловское водохранилище, вроде там речка Переплюйка, а в конце концов разница в высотах несколько десятков метров, и это удерживает российские войска в районе Донецка, в движении на запад, вот как раз даже тоже Карловское водохранилище.